ты не выбрал доктрину, Джим? Что значит, блять, я не выбрал доктрину? Схуя ли я должен выбирать доктрину? Доктрина все и сразу. И схуя ли, если я не выбрал доктрину, она не выбирается автоматически? Если я не выберу фракцию, меня загрузят без фракции? Да, флаг разворачивается, как будто бы я играю в аркадный режим. Ох, точно, мы ж действительно в ебаной, мать ее, аркаде. На них отключили, да. На них отключили. Где? Где нахуй противники? Я бы вернул деньги, вот только... Блять, может вернуть деньги? Сколько я наиграл в это говнище? Да я не 12 минут наиграл, кому ты врешь? Слушай, ну я в нее наиграл где-то час. Вот, смотрите, универсальный гренадерский. И пошел нахуй. А, ну я понял. Это хитро выебанный способ. Я бы вернул деньги, если бы я не знаю что. Если бы я четко знал, то что у этой игры не будет перспектив в виде этих каких. Эти сукины дети опять играют на стандартном. Ну хуй я их переубежу. Подожди, а что это за карта? Бля, ну и говнище. Если бы я точно знал, что на нее не выйдет ультимейт, то есть есть шанс, что ультимейт будут на вот это вот переносить. Хотя, блядь, возможно, к тому времени уже скидочки подъедут. Хуй знает, когда ультимейт просто выпустят на Gates of Hell. Ну, вопрос. Блять, а может будут какие-то моды на Gates of Hell? Я не знаю. Мне он нахуй не надо. Это не игра, а одно расстройство. Как бы те, кто играют в Gates of Hell и защищают ее из-за нового графона и из-за новых анимаций падения ебаных пехотинцев, на которые ты обратишь внимание раз в 5 боев, голоса не имеют. Права голоса. Как говорится, вы чернь безродные, ваше мнение не считается. Что уже есть? Моды только на миссии. Да, блять, я про годные моды. Уровня Cold War, Робз реализма. Ну, Робз, который сделал свой реализм, входит в команду разработчиков, так что я не уверен. Возможно, он не будет делать мод Робз реализм на эту хуйню. Суто технически. Я прям сейчас могу сделать возврат и купить тейбл-топ-симулятор, накачать модов на настолку по Вархаммеру и играть в настолку по Вархаммеру вместо этого говнище. Настолку по Вархаммеру, где одна только книга правил, ну, универсальная книга правил, 200 страниц А4. И еще 100 страниц примерно на каждую фракцию. Ну, то есть специальные фракционные правила. Вот это я понимаю реально, реальная стратегия, а не вот это, блядь. Ой, блядь, я тут толченую клубнику немного жрал. А чё, так можно? Что можно? Ты о чём? Если бы я знал то, что игра мне не пригодится в ближайшие полгода, я бы ее, наверное, сейчас вернул. И подождал бы скидок. Потому что я уверен, это говнище долго не продержится. Скорее всего, скоро его кинут на скидки. Бабки вернуть? Ну да, если ты 2 часа не доиграл.
и не прошло 2 недели, то ты можешь вернуть деньги. Это система возврата. Это вообще карта для ленивых. Они просто взяли карту из компании. Еще и туман кинули. Очень нахуй приятно играть в тумане. Что такое? Кто стреляет? Почему кто-то стреляет? Зачем? Я не понимаю. Блять, ну вот кто-то стреляет. Тут... Да пизда, тут есть укрытие? Где мне спрятаться? А, ебать, спасибо. То есть у противника вот так кенный окоп. А у меня... Ладно, у меня тоже такое есть. Но все равно вы пидорасы, его не видно. Давай, пулеметчик, ебашь. Я в тебя верю. Так, они подавлены огнем, давай беги. Я вот. Блять. Да вы чё, ебланаты? Я ж троих выделил! Троих! Троих! Блять, ублюдки! Тут мест на троих. Блять. А, то есть ты мне говоришь, да, сюда можно сесть, а потом такой, сука, чё-то я не могу. Такой, типа, блять, почему они втроем сюда не могут? Почему? Вот почему. Ты еблан? Ты еблан, блядь! Где мой пулемет? Так, я смотрю, тут прям жопа злоебучая какая-то. Блин, еще и бьют наших. Блин, только я убрал оттуда пули, что нахуй? Там огнемет. Чтобы у тебя рак жопы произошел. Почему Германия? А, я Германия. Ты стреляешь или нет? Так, ну хорошо, он подавляет огнем, он молодец. Ты дебил? А, нет, он нормально. Слушай. Он догадался передвинуться. Да ладно, правда что ли? Ну. Чё, врагов не видишь? А, о! Нихуя себе, какой он большой. Как-то неправильно прозвучало. Так, двойной пулемет тебе врыло. Игру лучше вернуть. Бля, я просто не знаю, когда будут следующие скидки. Вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос. Не, я знаю, когда будут скидки, они будут аж осенью-зимой. У меня вопрос, выйдет ли что-то крутое до этого, это раз. И... И нужно ли оно будет мне? Вот в этом вопрос. Так, ну-ка давай-ка продвигаться, короче. Блин, ну пидор с огнеметом там очень пидор. Очень пидор с огнеметом. Так, ну я их прессую, мне нравится. МГшник убил троих. Неплохо. Так, фига себе, у парня 3 гранаты. А, это командир, походу. Блять, вообще нихера непонятно, господи. Какой-то неправильный, ну, в плане размеров. Так, вот вы давайте тоже сюда куда-то. Ну, ебать, ты не хочешь сюда вот зайти?
Всем лечь. Ой. Вас издаст нахуй. Кстати, да, где деньги? Бля. Граната есть? Какого граната? Ебанат? Куда ты бежишь? Так, тут где-то есть огнемет. Я намерен им воспользоваться. Нет. Значит, у этого... Охуенно нарисовали в этом. Так, я в тебя верю. Вера была моя напрасной. А может и нет. У-ху! Да развернись ты, конч! Там враг вообще-то. Очень нахуй интересно. Возьму-ка я вот это. Просто чтоб ты знал. Ну молодец, можешь возвращать деньги. Говна не достоин того, чтобы за него платить. Блять, вот по ощущениям такие, типа, вьетнамские флешбеки, это что-то между Company of Heroes 2, типа, по механикам боя, и каким-то этим штрафбатом. Вот уровень жопы где-то вот посерединке. Айнза забирает. Ой, ебать, здорово, чё, потратился на ЛТ? Как мило. Так, что из этого фугас? ОФ, выкинуть. Куда ты, блядь, сука, тебя ж так убьют сейчас. БНБ, ОФ. Классно. Слышь? Пизда нахуй! Спасибо, игра! Чтоб, сука, блять, это говно развернулось, мне пришлось, ну, как бы сдвинуться в сторону. На это я потратил время, при том, что я изначально ему приказал развернуться по-нормальному. Вместо этого он бибу пинал секунды две. А потом уже как бы поздно было. Чтоб ты сдох. Чё так долго взрывается? Блять, это говно уже не наше. Прекрасно. Мне главный редактор. Ну так скачай, нахуй ты купил-то. Если тебе главный редактор, нахуй тебе... Блять, а чё ты делаешь? Что ты нахуй делаешь? Ты танк! Ты, блять, танк, а не легковушка. Пиздуй сюдой, смотри. Ломаем это. А, ну да, если так тебя будет пинать от каждого укрытия, то... Да. Ломаем это, все нахуй! Едь вперед! Очень нахуй сложно!
Жопа, блядь, злоебучая. Тебе, блядь, снарядом расколошмачу. Ну это еще что такое? Чё, блядь? Кто это сделал? Кто это пизданул? Да и тем более, что тут в редакторе делать? Это же ВТВ. Если это редактор, то это почти что ВТВ. Ну хоть с пулемета нормально помирают. Бля, ну ты чё? Тебе чё, делать нехуй по жизни? Блять, мне гуслю сбили? Да я даже не вижу кто! Сука, выпустите уже Elden Ring. Что-то как-то вообще нихуй делать. Играть вообще не в чем. Вот я сейчас поиграю и все, и на этом я игру, наверное, заброшу. Нахуй, а ты в курсе то, что сюдой ближе, чем сюдой? Ну да, да, конечно. Давай, блять, в окоп бежать мимо линии фронта, вместо того, чтобы чем через тыл побежать. Блять, почему, чтобы они встали по-нормальному, мне нужно в обратную сторону их, как бы, прислонить? Как будто бы я хочу к другой стенке. Это у вас фишка такая или фетиш? Блять, это ублюдочный селектор. Три на три вместо 4 на 4. Вы в курсе то, что селектор 3 на 3 не дает возможности все сверхважные кнопки расположить на панели основной? Пизда, блять. Ты можешь повыше задрать? По минометной траектории пускай струю нахуй. Ну нахуй, здесь уже нормально все. Кого ты, блять, наебаешь? Ладно, блять, давай вот так вот. Я надеюсь, ты там доволен собой. Кстати, это вражеский огнемет. Никаких, блядь, самоструй. Только контролированная струйная херь. Дерганые, сука, союзники. Да, не союзники, а в принципе юниты дерганые. С каждого укрытия их коробит. Починился? Я тебе приказал починиться. Что нужно сделать? Починиться! Что это такое? О, ебать, так это ж миномет. Трофей. Это не миномет, так это трофей. Блять, может ты убьешь его? На, давай, короче, гранаты, потому что это невозможно. Пизда, чё еще расскажешь? Фух, ну хоть сдох. Пизду перезарядку, у тебя более важный приказ. Личный приказ от генерал, блять, майора, лейтенанта, хуэрганта, блять. Прекратить перезарядку и бежать вперед. Брось нахуй обойму и пиздуй к миномету. Ну, блять, интеллект, блять, искусственный. Искусственный, потому что, блять, нарочно. Только нарочно таких идиотов можно придумать. Тын-тын-тын-тын, заткнись. Сам разберусь, выигрываем мы или проигрываем. Тыдынкает он мне тут. Чё по боезапасу? Да хуя. Отлично. Айнзас брать, согласен. Блин, точно, я же хотел сюда.
Блять, по-нормальному вы можете встать? Ну, блять! Я ж знаю, что тут можно! Вот точно так же, только ты встань! Блять, сука, как с детьми малыми. Я ж знаю, ты тут можешь стоять, блять. Ну и пошел нахуй. Хотел бы, чтобы ты сдох в муках, и я ощутил твои страдания. Я бы был очень доволен, но, увы, я не могу. Сука, они все умерли. Алло, нахуй, ты втаранился. Ты не можешь двигаться. Разработчики всех стратегий. Я знаю, как вам решить проблему с застреванием юнитов. Скачайте искусственный интеллект робота-пылесоса. У него спереди есть... плоские гондоны. У них спереди есть нажимная панелька такая. Когда он ей таранится во что-то, он понимает, что путь закрыт. И ты не пройдешь, Барло. Нужно поискать объезд. А, горю. Ну, по крайней мере, я сделал достаточно. Если, блядь, техника во что-то вторанилась, это значит, то, что ей нужно отъехать назад чуть-чуть и объехать ебучую преграду по волюмам. Или чем там оно определяется? Там волюмами оно? Или чем? Я не помню. Блядь, он сгорел. Миномет, пиздишь. И попытаться его немножечко сбоку объехать. А желательно сразу это понять. Нет, нахуй, мы на карте, которая хуево тонну времени уже есть. От стандартного, блять, деревянного ящика с песком не можем, блять, объехать его. Очень классный релиз. Когда мы уже выиграем? Я заебался. Что за списочки можно взять? Что-то интересное можно взять или только кусочки говна? Блять, я дико соблазняюсь вернуть деньги. Но... Я типа очкую, чтобы не вышел там какой-то классный мод по типу ультимейта на это дело. Где-то так это к месяца через 2-3. И тогда мне придется его покупать заново, но сейчас-то у меня 10% скидочка была. О, подожди, так он живой, залезь назад. Хуй вы выпрыгнули. А тогда у меня не будет. Ну, типа, подождать до скидок там 50-70% долгословенных. Ты чё, идиот? Ты чё с... Ооо, нахуй, понятно. Понимаю. Вообще весело. Вы чё сгорели-то? Всё, коктейль Молотова кончился. Нет больше в этой жизни радости. Игр хороших не выходит. Выходит только одна вторичная хуета. Вторичная от слова вторить. Чему-то уже существующему. А не пустая, блядь, предъява. Нихуя, блядь, интересного и нового не выпускают. Серьезно, прям на пулемет бежишь? Да твою мать! А, тут мне тут вообще сейчас все танки доступны. Окей. Еще и на отряд пехоты осталось.
Ты, кстати, и на ходу можешь пострелять. Но чё это за дёргание, когда у него приказ меняется? Так, отлично. Блин, по-своему выстрелил. Готов. БФЛ. Серьезно, нах? Че еще раз скажешь? Давай-ка прокатимся вперед. Хочу я их отсюда как-то объехать. Еще бы в этот заводик зайти. Еще еблан. Блин, у меня почему-то есть желание сыграть в DayZ. Arma 2 DayZ. Есть у меня такое желание. Только команду бы. В одиночку играть это разве что каких-то кепок ловить. Да какие там кепки останутся? Спустя, блядь, сколько? Почти 10 лет. Блядь, 10 лет? Да, DayZ вышел. Ну, то есть, кепками назвали новичков. Типа, новичков тут сейчас уже не половишь, потому что их нет. Что это там такое? Артиллерия какая-то. Так, ну я за домом, по мне не попадут особо. У него настильная траектория достаточно. Он так просто меня не тра... Ох, блядь. Пацаны, вам бежать. Эй, а ты еще кто такой? Что ты, блядь, какой? Какой, блядь, фугас? БПС. Надеюсь, ты шмальнешь нормально сквозь. Ну такое. Ну типа я вообще не чувствую ни новизны, ни уникальности. Вообще ничего, за что бы можно было бы хоть что-то им дать. Это меня контузило. Блин, наших жмут. Естественно, там была пехота, это я что-то так решил. Ну, чисто по приколдеполе побежать вперед. Ну, а вдруг там никого не будет? Вообще очень плохая позиция у меня тут. Хотя бы как-то вот так вот встать. Тогда будет ок. Ну ты дебил, что ли? Так, еще фугасы выложить. Фугасы нам не надо. Куда ты прешься? Ну нахуй. Что? Что, блядь? Ты что делаешь? Мне рез с той стороны. Он поехал сюда, а потом такой, а я, пожалуй, передумаю. Теперь он... Блин, теперь я по карте смотрю, он куда-то вот сюда вот захотел. Ты вообще в курсе, что тебе цель просто сюда? Ой, ебать! Теперь он передумал, сейчас он тут поедет. Пошел нахуй. Так, мы его убили. Ой, ладно. Ну-ка, давай-ка. Ребята,
дергается, как я не знаю что. Где ты ее что такое видел? Где же видел такую ублюдочно дергающуюся авиацию, которая типа как будто бы снижается, но она не снижается. Ну или очень медленно, то есть она не может нормально пике сделать, как в Колдваре, а просто дергается, по чуть-чуть снижаясь. То есть типа носом клюет, как петух, типа клюк, 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 и выравнивается каждый раз. А, так это ж этот. Блять, только я подлез к ним. Так это ж Валори-то. Точно. Это ж Валорчик такой. Интересно, а тут трамбование работает? Сейчас проверим. Ну, ебать. Сука, развернуть свой хайло ты умеешь или нет? Я, сука, навел на врага. Жду секунду, жду две, жду три. Думаю, блять, ну ладно, давай выстрелю. И тут он такой выстрелил, и теперь он такой, а, ну а теперь я, пожалуй, разверну свою хайло. Почему бы и нет? Самое нахуй время. Блять, не знаю, возвращать, не возвращать, возвращать, не возвращать. Ну, как бы никому не рекомендую покупать. Я ее себе оставляю только по одной причине. Потому что, возможно, выйдет какой-то хороший мод по типу УМВ. Раньше, чем... раньше, чем этот. Раньше, чем появятся скидки нормальные. Типа 40% или тому подобное. Хотя, с другой стороны, мне не с кем играть в ОМВ по сети. Так-то. Потому что Строс как бы игру не покупал. Миномет нанес 11 фрагов. Блять, вот ты еблан, что ли? Ну ты видишь перед тобой какая-то преграда. Ну заранее, блин, объедь. Нет, блять, ты такой, ой, преграда. Остановился, вот как робот-пылесос. Такой, вот, стукнулся, ой, точно, преграда. Теперь я развернусь на 90 градусов налево, поставлю борт. Проеду 2 метра, потом 90 градусов направо, и тогда выровняюсь и поеду дальше. Спасибо, очень нахуй интересно. Так, я надеюсь, я в нее не наиграл 2 часа. Не дай боже. Я напишу разработчику Ultimate Апокалипсиса, главному разработчику, и спрошу, как у них там дела.